Современный рынок цифровых камер, мягко говоря, переполнен. Пользователям доступно множество разнообразных гаджетов, которые способны утолить практически любые потребности. Но запросы обывателей с каждым днем возрастают. Многие не готовы выложить кругленькую сумму за громоздкую зеркалку, но при этом не прочь поэкспериментировать с настройками и уже обращают внимание на качество оптики. И тут на помощь приходит компания Samsung, которая разработала новый компактный фотоаппарат EX1. Он оснащен 10-мегапиксельной матрицей, светосильным объективом и высококачественным поворотным дисплеем, а также предоставляет множество параметров для настройки. И все это удовольствие доступно по цене среднебюджетной компактной камеры. Раскроем все секреты данного аппарата при помощи нашего обзора. По большей части корпус выполнен из прочного металла. Заглушки на портах и рукоять прорезинены. Качество сборки отменное. Ни люфтов, ни скрипов не обнаружено. Строгий угловатый дизайн отлично смотрится. Устройство вполне может выполнять роль оригинального аксессуара. Объектив защищает съемная крышка. Пока она одета, аппарат не включится. Это плюс, ведь если вы будете перевозить гаджет в сумке, такое решение убережет от случайного запуска. Несмотря на то, что данная модель не относится к классу ультракомпактных устройств, то есть габариты EX1 позволяют переносить ее даже в кармане куртки. Масса новинки составляет всего 354 грамма. На правом ребре под заглушкой скрыты порт HDMI и совмещенный аудио-видео и USB-выход. При помощи последнего осуществляется зарядка гаджета. Слот для карт памяти находится в одном отсеке с аккумулятором. Поддерживаются SD-карточки объемом до 8 гигабайт. Емкость аккумулятора составляет 1130 мАч. Лицевая сторона представлена инфракрасным датчиком, подсветкой автофокуса и колесиком управления экспопарой, которая также поддерживает множество функций. Наверху рядом собрались встроенная вспышка с соответствующим рычажком, а также разъем горячий башмак для подключения внешней вспышки. В данной модели представлены сразу два барабана режимов. Первый определяет вид спуска затвора. В центре него клавиша включения. Второй барабан переключает режимы съемки. Клавиша спуска затвора совмещена с рычажком приближения. Практически на всю тыльную сторону растянулся поворот на дисплей. Справа от него разместились кнопки фиксации экспозиции, начало видеозаписи, меню, режима экспозамера, просмотра и настраиваемая функшн. Для навигации используется соответствующий многофункциональный джойпад с дополнительным колесом прокрутки. Такой набор органов управления обеспечивает быстрый доступ к основным параметрам и настройкам. В новом EX1 установлен 3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 640 на 480 точек. Он превосходно передает все цвета и оттенки, предоставляя широкие углы обзора. При этом возможность поворота подарит вам свободу выбора ракурса. Данная опция пригодится для съемки массовых мероприятий или макро. Новинка получила довольно крупный, как для компактных камер, 10-мегапиксельный сенсор. Главный плюс такой матрицы – это низкий уровень шумов. Так вы сможете запечатлеть красивые кадры даже в условиях слабого освещения. Детализация снимков находится на достаточно высоком уровне. Доступна съемка как в JPEG, так и RAW. Скорость серийной съемки здесь составляет 2 кадра в секунду, что далеко не самый лучший результат. При обработке сложных снимков или большого набора эффектов это может привести к задержкам до нескольких секунд. Но зато навигация в меню и внесение изменений в настройках происходит мгновенно, без торможений. Одной из главных особенностей новинки является объектив Schneider Kreuznach со светосилой, которой позавидуют большинство компактных объективов для зеркалок. Она составляет f1.8 на широком угле и f2.4 на максимальном приближении. Фокусное расстояние изменяется в диапазоне 24-72 мм в 35-мм эквиваленте. Большая диафрагма позволит вам достигать приятной глубины резкости, а также сократить на несколько стопов выдержку во время вечерних съемок. Автофокус работает быстро и точно. Для видео здесь отведена отдельная клавиша. Благодаря набору настроек и встроенному стабилизатору изображения, клипы, снятые на эту модель, радуют глаз. Хотя максимальное разрешение здесь всего 640 на 480 точек. Фотоаппарат EX1 – это превосходное устройство для фотографов, которые хотели бы получить мощный инструмент, позволяющий реализовать все творческие замыслы, но не готовы мириться с габаритами и неудобствами зеркальных камер. Достойное качество изображения, универсальность и эргономичность – вот три самые сильные стороны новинки. Ну а весьма разумная цена никого не оставит равнодушным.